Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Hello Ukraine» від компанії «EPAM Ukraine», в якому ми розповідаємо про українське IT простими словами. І сьогодні в гостях студії Ігор Новицький, тест-лід з EPAM Anywhere. Він знаходиться не у Львові, де ми записуємо цей подкаст, і він махає рукою через відеозв'язок. Власне, подкаст виходить в аудіоформаті, але можете відчувати вайб і щиру посмішку Ігора. Привіт тобі, Ігоре. Привет, Саш, спасибо за то, что пригласили. Надеюсь, сегодня мои ответы понравятся аудитории, и все пройдет максимально интересно. Всем большой привет. Так, сьогодні говоримо, що ж таке взагалі EPAM Anywhere, що це за така локація цікава. І, власне, друга тема, якою ми сьогодні постараємося зайнятися, це темою зміни професії і зміни напрямку своєї діяльності в доволі зрілому віці, як так говорить нам суспільство, хоча насправді 30 років для багатьох – це тільки початок і розквіт нових можливостей. Власне, про це і перше запитання буде. Ти в IT відносно нещодавно, до 30 років був юристом та психологом. І що ж тебе змусило, або що тебе підштовхнуло, або надихнуло піти в IT-сферу? Да, очень хороший вопрос. Почему? Потому что в IT-мире всегда будет присутствовать такое понятие, как свитчеры и именно трушные ребята. И эта трушность измеряется, как правило, тем бэкграундом, который есть с точки зрения образования. То есть на сегодняшний момент, если у тебя есть техническое образование, то ты трушный парень, ты пришел по адресу, тебе будет легче освоить IT-дисциплины, и все будет хорошо. Но если ты свитчер, человек, который пришел из другой сферы деятельности, с гуманитарным образованием, да, то тебе будет сложнее, на тебя будут немножко иначе смотреть, скажем так, и у тебя будут определенные сложности при прохождении всех этапов. В моем случае все мои предыдущие сферы деятельности, в которые я был вовлечен с профессиональной точки зрения, они так или иначе пересекались с моей нынешней специализацией, просто я это не осознавал. Ведь на самом деле процессы контроля качества или качества в целом, да, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день как пользователи, да, то есть заваривая кофе, покупая продукты в магазине, оплачивая счета, так или иначе это все то, с чем сталкивается тест-инженер в IT-сфере. Главной мотивацией для меня смены сферы деятельности, не будет новостью, да, стала, конечно же, финансовая компенсация. Так сложилось, что я поработал и юристом, и социальным психологом, и даже менеджером по закупкам. И в тот или иной промежуток времени я понимал, что социальная value я несу достаточно высокая, да, то есть это полезно для общества. Если мы говорим за юриспруденцию и социальную психологию, так я работал в детском доме, вот, то компенсация за эту деятельность, к сожалению, обратно противоположная результату. Да. И, соответственно, в какой-то момент пришла мысль о том, что нужно постараться выйти на какой-то новый качественный уровень, и я начал делать свои первые шаги в сторону IT. Но нужно понимать, что когда я начал изучать теоретические основы, я понял, что у меня есть к этому не скрытый интерес, да, потому что все мои товарищи в IT работали на тот момент, и я понял, что тест-инженерия очень интересная доменная область. Поэтому, когда я начал заниматься теорией, изучать ее, я этим полностью пропитался, да, как губка, и в итоге это дало свои плоды и результат. Потому что если нет интереса, если нет влечения к тому, чем ты занимаешься, нет любви к своему делу, из этого ничего не выйдет. Насколько бы сильно тебе не захотелось зарабатывать больше. Пожалуй, так. Клас. Дуже цікаві спостереження в звичайному житті і перенесення їх в твоїй діяльності в IT-сфері. Але тут в мене напрошується таке запитання, а як же ж в це славнозвісне бажання багатьох батьків, принаймні, або ж і студентів, ідіть на юридичний, буде все круто в житті. Ну вже там настільки все недобре з точки зору компенсації. Я считаю, в этом и проблема. Наша нынешняя система образования, она очень сильно устарела и не дает тех актуальных знаний, которые могут пригодиться и которые могут быть релевантными на текущем современном рынке труда. И это не только про отсутствие IT-специальностей, да, в высших учебных заведениях, это про все в целом. Да? То есть
фундаментальная база, техническая, база здравоохранения и так далее и тому подобное, все они писались по достаточно устаревшим канонам. Никто не обновляет научные работы при университетах, на которых могли бы ссылаться абитуриенты и так далее. Никто, очень мало приходит фрешменов, да, в эту сферу, это модное слово я, пожалуй, использую. То есть молодых специалистов, молодых докторов наук, не знаю, кандидатов. Хотя есть такие же примеры на Западе и у нас есть. Просто, к сожалению, они не очень смотивированы. И из-за вот этих вот факторов, да, к сожалению, человек, когда получает высшее образование, он не может найти достаточно высокооплачиваемую компенсацию своего труда, своих знаний, на которые он потратил 5 лет. А все остальное, если у тебя есть сознательный план, или же родители понимают, как тебе выстроить роадмэпу, ты можешь достигнуть и получить через профильные курсы. Это будет эффективнее. Ты потратишь меньше времени, ты будешь знать больше актуальной информации, ты сможешь это использовать. Потому что, к сожалению, повторю еще раз, да, можно получать достаточную финансовую компенсацию и не войти, но это предполагает а. больше времени, б. соответствующую должность, которую ты можешь получить, не факт, что благодаря своим знаниям, и в. это, собственно говоря, постоянное ранжирование того, что сейчас актуально на рынке. В мое время было актуально быть юристом и экономистом, да? Сейчас, если задать... Ты это... с той генерации как раз студентов, точно, которые шли точно, за... Да. Вот сейчас, да, я думаю, скорее всего, это будет что-то в стиле международная экономика или международный менеджмент. Вот это вот все со словом международное, да, то, что поможет не здесь удержать наш интеллектуальный потенциал, да, а получить возможность выиграть билет в жизнь там. И это очень плохо и печально с моей точки зрения. Поэтому вот такая вот ситуация с моей позиции. Ну, на крайняк крипта. Да, да, как на крайняк. Ну, ти вже трішки сказав про початок свого шляху до зміни роду діяльності. В тебе було багато знайомих, які, власне, вже в цій сфері варилися і пропитали тебе цими парами знань і мотивації бути в тій сфері. Ти зараз розвиваєшся в напрямку тестування, це теж вже обумовив, що ти є, ну, власне, і в анонсі ми сказали, що ти у нас є тест-лід. І чому, власне, тест-лід, чому тестування, а не, наприклад, той же ж бізнес-аналіз, де ти міг би застосувати свої юридичні практики, свій там юридичний домен і перенести його в IT-сферу? Да, это хороший вопрос. И вопрос, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять вот какую вещь. Я пытался трижды выбрать путь разработчика. Да, и я постоянно, мне постоянно казалось, что это очень интересно, когда ты из ничего создаешь что-то своими руками, да, через программный код, и это что-то потом еще с этим чем-то можно еще как-то взаимодействовать. И это мне было безумно интересно. Но, к сожалению, технического бэкграунда, да и вообще внутреннего состояния не хватило для того, чтобы на этом сконцентрироваться. А почему тестирование, а не бизнес-анализ? Это такая интересная тема. Дело в том, что с моей точки зрения, бизнес-аналитики – это люди, которые не просто обладают хорошими коммуникативными навыками, но это люди, которые умеют проводить некий анализ той предметной области, с которой они сталкиваются, да, находить какие-то узкие места, находить какие-то риски и закрывать их или решать их через коммуникацию с заказчиком. То есть я считаю, что это прям отдельная доменная область, собственно говоря, для подготовки которой можно получить и в высшем образовании необходимую степень, да, и уже тогда прийти целенаправленно двигаться в этом направлении. Вот. Что же касается тестирования, то, как я уже говорил ранее, когда я работал юристом, я очень часто сталкивался с несовершенством нашей законодательной системы. Я понимал, что я никак не могу на это повлиять, и хороший юрист — это человек, который ищет лазейки и умеет их использовать в пользу своего заказчика. Так вот, мне эта позиция не очень нравилась. Я, наоборот, хотел это исправить, да, сделать это лучше. И вот это вот стремление что-то исправить и сделать лучше, чтобы оно работало так, как и должно работать, согласно заявленным требованиям, инструкции, да всего чего угодно, вот это меня и воодушевило, да, выбрать именно тест-инжиниринг как основную свою экспертизу. Потому что я сам перфекционист по жизни, и мне очень нравится копаться, вот сейчас будет очень сильная фраза в кавычках,
в грязном белье, да, и делать, и находить там, и точнее превращать его в итоге в чистое, и чтобы оно правильно по полочкам было разложено, и все было классно. Вот, и поэтому тестирование про это, да, то есть постоянное стремление к совершенству, исправление текущих несоответствий и конечно же, много каких-то технических нюансов, которым я всегда питал определенную слабость, потому что я родился все-таки в цифровом мире, в цифровую эру, и я считаю, что следующее поколение еще больше этим пропитано, еще больше будет питать интерес, да, к IT-сфері или к чему-то подобному. Слухай, мені дуже сподобалось той момент, що ти сказав, створювати щось класне з практично з нічого, власне, завдяки своїм рукам. І я прихильник такої думки і такого твердження, що інженери, девелопери, люди, які працюють з кодом, це теж свого роду митці, які практично з нічого, тільки за рахунок своєї певної майстерності і там чистоти коду, це вже далі і далі, далі, далі до обговорення, але загалом це теж свого роду мистецтво. Можливо, зараз нас слухають люди, які знаходяться на моменті цього свічу, які на моменті зміни свого життя або ж знаходяться на початку якоїсь кар'єри. Власне, чи можеш ти дати кілька порад молодим людям, новачкам в IT, з якими навичками буде комфортно в ролі тестувальника? Якісь софт-скіли, хард-скіли? Або загалом по натуре, характеру? Да, это мой любимый вопрос. Почему? Потому что я в повседневной деятельности часто сталкиваюсь с ребятами, которые open for opportunities, как я их называю, да, которые как раз на начальной стадии своего пути становления как специалистов, как тест-инженеров, и они очень часто задают мне этот вопрос и про харты, и про софт-скиллы, и про карту. Я считаю, что первое и главное, что должно быть у человека, который хотел бы войти, не люблю эту фразу, но как есть, да, вне зависимости от специализации или от экспертизы, это, конечно же, желание и сильная мотивация. Причем мотивация может быть абсолютно разной, она не должна, как я уже говорил ранее, зацикливаться сугубо на финансовой компенсации, это еще и должна быть какая-то внутренняя любовь к тому, чем ты хотел бы заниматься. Мотивация и желание. Я считаю, что если эти два фактора присутствуют в человеке, он их прочувствовал через труд, соответственно, он уже на 50% выполнил поставленную задачу. Следующий этап, после того, как произошло самоосознание того, что он хочет менять свою жизнь и свитчиться, это, конечно же, теоретическая фундаментальная теория, которую нужно выучить. Опять же, у тест-инженеров, как и у любой другой экспертизы, есть очень много научных трудов тех видных деятелей, которые привнесли какой-то серьезный вклад в экспертизу тест-инжиниринга. И есть определенный набор книг, да, которые обязательны к прочтению даже сейчас. Они не актуальны с точки зрения года редакции или еще чего-либо, или технологии, которые там описываются, но они помогают изменить способ мышления, потому что для тест-инженера все-таки главное то, как он мыслит. В нашей сфере деятельности, в тест-инжиниринге, главное — это абстрактная и критическая модель мышления. Что это значит? Это значит, что мы должны на вещи смотреть не в узком фокусе, а в широком, да, то есть сверху. Это первое, это что касается абстрактного. И критически мы всегда должны говорить себе о том, что с чем бы мы ни сталкивались, это работает некорректно. Да, то есть только при таком подходе можно двигаться дальше. То есть когда мы наберем через литературу, через курсы, либо какие-то курсы, подчеркну, курсы не за деньги, курсы, блоги, которые есть в интернете в свободном доступе. Когда мы наберем теоретическую базу через вот эти источники, YouTube сейчас прекрасно и дает какие-то вводные и так далее. То есть есть масса вариантов. Следующий этап — это, конечно же, подготовка своего лица для работодателя в виде CV, в которое ты поместишь всю ту информацию, о которой я проговорил ранее. Наверняка слушатели улыбнутся и скажут: «Бро, это не работает». На самом деле это не так. Я понимаю, об этом мы поговорим позже, по поводу того, как пройти человеку без опыта, попасть, точнее, в первую IT-компанию, да? Но я убежден до сих пор в том, что если подготовить грамотно CV и указать весь свой упорный труд через теоретические фундаментальные вещи, через практические, но, допустим, это бесплатный фриланс на удаленных площадках, то первую работу он точно найдет. Альтернативой может быть только спецшколы при IT-компаниях.
Вот. И последний этап, когда мы подготовили свое лицо для работодателя, это, конечно же, большое количество попыток и падений, как я их называю, при коммуникации с рекрутерами. Это классная школа, потому что там ты получишь все необходимые навыки для коммуникации внутри команды и так далее. Пройдешь рекрутера, ты почти победил. Да? То есть техническое собеседование может быть провалено или нет, но это опыт, да? Но вот именно рекрутеры – это наши первые учителя, которые позволяют нам получить первую базу, вот эту вот фундаментальную по коммуникации, по овервью того, кто требуется для того, чтобы двигаться дальше. Вот такие вот моменты. Слухай, дуже класно про інтерв'ю зараз було, і історія, якій менше ніж тиждень часу. Я розмовляв з братом своєї дружини нещодавно, він інженер, але в іншій компанії, і я йому кажу, слухай, ходи до нас. От. Він каже, слухай, я ходив до вашої компанії, вже був на двох інтерв'ю, на другому я зайшов трошки далі на крок, але все одно ще там провалював певну технічну базу. Але що він сказав, що цікаво? Що після кожного інтерв'ю в нього буст по знаннях, і по тому, куди рухатися, каже, за на півроку вперед. Каже, бо я сидів, каже, я не знав, ну я ніби все знаю в нашому проєкті, а він такий в тривалому проєкті. Каже, я ніби все знаю, все класно, і якби немає мотивації щось дізнаватися особливо. Каже, я такий трохи, а він реально, він такий самоучка, він сам вивчився до того, щоб отримати першу свою роботу. І, власне, зараз ти просто кажеш практично те саме, тому мені відгукнулося зараз те, що ми говорили з ним, обговорювали це питання. Ти згадав про CV. На що звернути увагу особливо для того, щоб отримати оце хороше лице? Які речі обов'язково треба вказати? Як краще їх подати? А що взагалі можна пропустити? Больной вопрос. В IT говорят pain point. Почему? Потому что вне зависимости, какое у тебя seniority, junior, middle, senior, test lead или team lead, даже если ты трейни, все эти seniority допускают одни практически те же ошибки со своим CV. То есть, что я могу точно сказать, да? CV всегда должно иметь четкую структуру, которая может отличаться точечно, если мы говорим про разработчиков или дизайнеров. Отличаться оно там будет только в том, что у них будут ссылки на свои готовые либо код, либо макапы, да? То есть, это либо GitHub, либо InVision, где будет их готовый, пример, портфолио, да, назовем это так. С тест-инженерами сложнее всего. Почему? Потому что, ну что мы будем размещать? Мы будем размещать что? Тест-кейсы, мы будем размещать, я не знаю, тест-план. То есть это нерелевантная история. CV должно состоять из следующих обязательных разделов. Первое, это, конечно же, фото, optional, не обязательно, но прекрасно, если оно есть, и контактная информация. Следующее, что важно и что забывают многие, это summary. Это там, где ты в трех предложениях продаешь себя. Я вот всем так говорю, я сертифицированный технический интервьюер и провел сейчас уже более 130 собеседований разноуровневых. И везде пропускается этот раздел, практически везде. Продай себя в трех предложениях. Ты тест-инженер с таким-то количеством опыта в таких-то доменных областях и укажи какие-то методологии или подходы, которые ты используешь. Точка. Это уже даст рекрутеру какое-то первое представление тебе, еще до того, как он пойдет читать твои трактаты и сочинения на тему work experience, ну, если оно большое, да. Следующий этап – это, конечно же, work experience, где ты указываешь свой опыт. Подчеркну, для людей, у кого нет опыта, очень важно выполнить задачу из двух пунктов. Первое – попробовать, когда они начитались достаточное количество фундаментальной теории, пойти на фрилансерскую площадку и поработать за хлеб, за опыт, а фрилансерских площадок достаточно и таких предложений достаточно. Задача 2 со звездочкой более сложная. Попытаться попасть в IT-компанию, которая набирает и готова выращивать специалистов под себя. Людей с хорошими теоретическими знаниями, но при отсутствии практического опыта. Work experience. Следующее идет hard soft skills. Это обычная история. Хард-скиллы. Если это тест-инженеры, мы указываем методологии, виды тестирования, которые мы используем, подходы и так далее. Тест-дизайн, дефект-хантинг и пошло-поехало. Тест-план, репортинг. Если это софт-скиллы, то мы не должны там распыляться, что мы пунктуальны, коммуникабельны. И вот эта вся история с 90-х, да, мы должны там сфокусироваться на
тех командных качествах, которые у нас присутствуют, потому что IT-разработка — это про команду. Пусть она будет здесь, рядом с тобой, плечом к плечу, или за плюс 7 часов тайм-зоны, да, но это команда. Сделай фокус на командные качества. Затем у нас идет знание английского, то есть уровень. Используйте, пожалуйста, формулировки от A до C, то есть стандартный международный, а не вот это вот intermediate, pre-intermediate и так далее. Потому что, как правило, и оценка субъективная, потому что никто не проверялся и так далее. Затем уже идет образование и дополнительная информация про то, как ты любишь играть в мяч или клеить марки. Она бесполезная, туда обычно никто не доходит. А вот у разработчиков с дизайнерами после work experience идет как раз ссылочка на их работу, на их код, либо на их портфолио. Это важно. Если такой будет подход у каждого кандидата, шанс и вероятность того, что они пройдут прескрининг этих CV, возрастет просто в разы. Мы даже готовим мероприятие в рамках EPAM-а, EPAM Univer, да, где мы будем в режиме реального времени делать краш-тесты прямо на CV реальных людей и матчить их на позиции, которые у нас есть в компании. Вот. Круто. Два слова хотів би ще додати від себе. Якби хто питав, то в мене, наприклад, рівень англійської дуже дуже strong pre-intermediate. Я розумію, о чому ти. Так, і друге, скажи, будь ласка, де ж дивитися анонси таких краш-тестів? Да, супер. Обычно мы стараемся анонсировать наши мероприятия через все возможные каналы связи, да, то есть это может быть и в LinkedIn информация, и на телеграм-каналах, Facebook и так далее. То есть мы стараемся к этому подходить максимально масштабно для того, чтобы привлечь как можно больше аудитории, донести да, до них пользу. Якщо слідкувати за сторінками EPAM, якщо слідкувати за тобою безпосередньо, я нагадаю, у нас в гостях Ігор Новицький, тест-лід з EPAM Anywhere. І, власне, трошки будемо переходити до розмови про Anywhere. Але що останнє перед тим про все ж таки про свічинг і про старт. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, яких навичок не вистачає новачкам в ІТ? Куди ти вже трошки поговорив про те, але конкретно там в двох реченнях: куди стукатися, якщо не знаєш, що робити, і як розвиватися, якщо от давай ще уявимо, що ще не почали навіть вчитися і не знаходяться на рівні, коли треба йти на майданчики. Як же це слово вилетіло? А, фріланс-майданчики? Да, от. А от взагалі-взагалі, почув, що є класна, в принципі, сфера, яка розвивається, і там дуже високий рівень набору нових людей, дуже великий брак спеціалістів в цьому ринку. Що робити? Перше – це Google. Я люблю об этом говорить именно так. Почему? Потому что работа любого IT-специалиста, начинающего, человека, который даже не в IT, начинаться должна с Google. Вся наша жизнь сейчас крутится вокруг этого поисковика. И как бы это банально ни звучало, начните с Гугла. Да? То есть пропишите свою мысль, которая у вас возникла в голове, и свой вопрос прямо туда. И вы не поверите, как вы получите огромную порцию контента, как видео, так и текстового, который поможет сориентироваться на местности. Есть Доу, прекрасный сайт, на котором есть очень много статей для начинающих специалистов. Как стать, как свичнуться, что нужно, какие критерии. Очень большая база знаний для специалиста, и там можно прочитать много всего интересного. Дальше. После того, как ты нагуглил свой вопрос и нашел первые результаты поиска, почитай. Если ты прочтешь хотя бы несколько статей, и тебе не станет скучно, неинтересно, и ты не пойдешь спать, значит, это наверняка твое, и нужно двигаться дальше. Если говорить про конкретный пример, есть классный экзамен, знаете, для начинающего тест-инженера или считающего, что он хочет таковым стать. И книга, которая, можно сказать, считается первым экзаменом для того, чтобы понять, твое или не твое, это Роман Савин. У него есть тестирование .com, называется книга. Она устаревшая, неактуальная, очень романтизированная. Но это классный экзамен, который, если ты прочтешь, а там 200 страниц, она очень легка в чтении, значит, ты можешь делать первые шаги в сторону своего развития как тест-инженер и искать уже какую-то специализированную информацию, опять же, через Google, через сайты, или же идти на YouTube, делать то же самое и получать, по сути, тот же результат. Вот, это совет номер два. Совет номер три. Если вы очень упорные и пробивные ребята с огнем в глазах, как-то определить, к зеркалу не идите, это поймет только тот человек, к которому придете на собеседование. Я сделал следующим образом. Я взял свое CV и конвертнул свой опыт работы не в IT, в опыт работы в IT. Цель была одна.
Цель была не сколько обман, сколько получить возможность пройти до технического собеседования и доказать, что я могу. Меня может кто угодно критиковать и говорить, что это ребячество или неправильно, но именно это дало мне первую мою IT-компанию и первый мой опыт, где я с нуля поднял проект с точки зрения качества. Вот, поэтому вот такие три совета я бы дал начинающим специалистам и ребятам. Если мы говорим про фриланс и про все вот эти сложные материи, которые я писал до этого. Давай же ж тепер перейдемо і поговоримо про віддалений формат роботи. Тема, яка насправді в ІПАМ почалася ще до пандемійних часів і до цього буму віддаленої роботи. Все ж таки, як ти потрапив на віддалений формат роботи, який називається ІПАМ Anywhere? Що це за Anywhere? Тобто є ІПАМ Ukraine, а це ІПАМ Anywhere. Це щось на зразок фрілансу, чи як ти би описав цей формат роботи? Окей, начну з того, що у мене є опыт роботи в трьох форматах, самых распространенных. Это и фриланс, это и офисный вариант, это и ремоут. На сегодняшний момент тот, который я выбрал как основной. И для меня всегда, как для человека, который любит коммуницировать, было очень страшно представить, как это я окажусь в четырех стенах, без команды рядом, без ребят, с которыми я могу пообщаться, пошутить, решить какие-то важные вопросы и так далее. То есть я вообще не представлял себе, что такое удаленный формат. Хотя многие уже пробовали из моих друзей, и для них это было приемлемо. А мне всегда казалось, что это требует большой самоорганизации, тайм-менеджмента и так далее. Бесспорно. Так это и получилось, да, но не настолько критично, как я это описываю. Так вот, когда я работал в предыдущей компании, случилось то, что случилось со всем миром, к сожалению, и нас начали частично выводить на удаленку, да, и для меня это были муки, и я не мог понять, как с этим жить. Но со временем, когда я понял, что мне не нужно тратить много времени на логистику, когда я понял, что я могу работать в том, в чем мне удобно, где мне удобно, я начал потихоньку влюбляться в этот формат. И так сложилось, что наши контрактные взаимоотношения с предыдущей компанией были разорваны по моей инициативе, и я вышел на рынок. Мне было безумно страшно, потому что в той компании было основное мое становление, но выбора не было. И абсолютно случайно, без какой-то таргетированного поиска на EPAM. Для меня всегда EPAM это было что-то в стиле «там требуются только Java-разработчики и автоматизаторы». Это не про меня, поэтому мимо. Это очень большая компания, очень страшно там. Вот, я пошел, зарегистрировался на новой фриланс-площадке, которая называется Six Nomads. Потратил 3 часа своей жизни на то, чтобы пройти валидацию, верификацию, записать интро, видео для будущих заказчиков и начал ждать. Параллельно я ходил, конечно же, на другие технические собеседования, даже собрал несколько офферов, как вдруг неожиданно со мной связывается девушка и говорит: «Здравствуйте, я из EPAM Anywhere, давайте к нам». А я примерно как и вы, Александр, не сразу понял, что значит EPAM Anywhere, потому что про EPAM Украина я слышал, про все что угодно я слышал, да, а про EPAM Anywhere не слышал. Я сразу подумал: стоп, это фриланс. Это спецпрограммы, которые отслеживают каждое движение моих пальцев и глаз. И если что-то не так, мне рабочий день не зачитать. Ну, в общем, все эти страхи сразу на меня как бы набросились, да. И я с очень большой осторожностью начал с ней диалог. И выяснилось, что вот эта приставка Anywhere, это, оказывается, ответ на тот вызов, который поставил современный мир перед крупнейшей IT-компанией в странах СНГ. И этот ответ, он представлял из себя не просто временное решение, да, например, на период пандемии в виде ремоута, а это комплексный, продуманный с точки зрения бизнеса и материального обеспечения подход, который обеспечивает ребятам из любого уголка мира получить полное матобеспечение от компании, гарантии, налоговую поддержку и так далее, и при этом работать в рамках тех же проектов, в рамках которых работают и ребята из EPAM, которые ходят в офис, все как обычно, да, все, к чему мы привыкли. И вот Anywhere – это ключевой тезис, который говорит о том, что в рамках одной страны, в которой ты пребываешь, ты можешь работать из любой точки без какой-либо потери с точки зрения поддержки как юридической, так и материальной со стороны компании. Ты можешь уехать хоть сегодня на Западную Украину на период лета, на 3 месяца жарких, спасаясь от жары, и при наличии интернета ты абсолютно самодостаточная единица,
которая работаешь так же, как и работают миллионы других ребят, тисячі других ребят. Это если вкратце про EPAM Anywhere. Ти зазначив дуже важливий момент, і хоч звучить anywhere, таке враження, що хоч бери із космосу, аби там був інтернет. Але ти чітко обмежив географічно територію України. Поясниш, чим це пов'язано? Да, я поясню. Это достаточно болезненный вопрос и актуальный на сегодняшний момент, потому что я думаю, в планах любой компании, которая работает в этом формате, при идеальном раскладе сил было бы обеспечить возможность человеку предоставить возможность человеку работать из любой точки мира. Но проблема заключается не в том, где ты будешь находиться с точки зрения твоего места расположения, сколько в том, сколько налогов будешь ты платить, как закрывать вопросы юридические с точки зрения контрактов, виз и так далее. То есть на сегодняшний момент ты можешь внутри компании релоцироваться в достаточно много локаций. У EPAM более 80 офисов, если не больше, практически в любом европейском городе, ну, в любой европейской стране, да, то есть если мы говорим за Европу, да, это и Африка, это и Индия, это Америка, Австралия, Канада, очень много локаций. Но проблема заключается в том, что для того, чтобы переехать и полноценно там жить, ассимилироваться, простите меня за это страшное выражение, для этого нужно решить очень много юридических нюансов, да, которые компания, конечно же, не сможет обеспечить на текущий момент или в краткие сроки. Такие механизмы, повторю, есть. И, кстати, поэтому я сделал выбор в сторону EPAM Anywhere, а не в сторону предыдущих компаний, от которых я получил офферы, потому что для меня было главное получить возможность в перспективе попробовать пожить в другой культурной среде, да, то есть не только в Украине, но еще в других уголках мира. Вот, поэтому с этой точки зрения anywhere не совсем anywhere, да, но это я думаю, временно, потому что механизмы могут быть разработаны в будущем, и работа над этим вполне может даже и ведется сейчас, я не владею данной информацией. И б, anywhere дает свободу внутри твоей локации, это факт, но при этом параллельно EPAM предоставляет тебе, удаленщику, возможность релоцироваться, если ты выполнишь определенные условия, которые несложные, поверьте мне на слово, ведь я проработал в компании всего лишь 9 месяцев, а уже такую возможность получил. Вот, поэтому я считаю, что есть определенный диссонанс, но он не несет критического характера. Вот, это все преодолимо и решаемо в рамках компании. Дякую за такий насправді детальний опис тих можливостей. І насправді в мене зараз складається враження, що Ігора натренували спеціально для того, щоб чітко відповідати такими зваженими аргументами. І все звучить доволі солодко. Одні самі плюси є в цьому форматі роботи, співпраці з програмою EPAM Anywhere. Так давай, все ж таки, може є якісь мінуси цього роботи? Віддалена робота, є плюси, є мінуси, назви їх, будь ласка. Тут все просто. Якщо ми говоримо за ремоут, то він завжди несе за собою, влече за собою ряд негативних факторів. Ну, перше, це, звісно, ОФП. Тобто фізичне стан людини напряму залежить від того образу життя, який він веде. Це зрозуміло і первоклашки. Но тот факт, что твоя физическая активность снижается, хочешь ты этого или не хочешь, в силу того, что тебе не нужно тратить время на логистику физическое и так далее, это, конечно, присутствует. И поэтому, если ты не замотивируешь себя на какие-то сторонние увлечения, которые связаны с физическими нагрузками, это может привести к определенным вот таким негативным последствиям. Это понятно. Следующий минус – это, конечно же, то, что, работая в команде, тебе все равно не хватает face-to-face контакта, как я его называю, при решении каких-то горящих вопросов. И поэтому, конечно же, при личностном контакте вопросы решаются быстрее, задачи закрываются качественнее. Но опять же, это присутствует точечно, и с этим можно бороться, все очень сильно зависит от команды. Ты очень сильно становишься зависимым от команды, которая, когда ты работаешь удаленно, потому что у тебя нет личного контакта, психологического контакта с этим человеком. Есть видео, изображение в лучшем случае, в худшем случае это просто аудиодорожка, и это твой максимум, это минус.
Поэтому для людей, допустим, интровертов это формат cool, для людей, как я, экстравертов, это, ну, это нужно привыкать, я это так называю. Третий минус заключается в том, что когда ты удаленно работаешь, и тебе что-то понадобилось, конечно, присутствует неимоверное количество программных комплексов и механизмов, которые могут решить любой твой вопрос, с которым ты можешь столкнуться. Но время решения этого вопроса, оно, конечно же, удлиняется. Так ты можешь встать, пойти к админам, сказать: ребят, у меня клавиатура не работает, дайте мне сейчас снова. Он тебе дал, 5 минут ты потратил, вопрос закрыт. А так, ты должен создать заявку, на следующий день, конечно, ее закроют, но время ты потеряешь. То есть, есть вот эти вот провалы в тайме, когда ты работаешь из дома. А в остальном, на самом деле, я не вижу сейчас каких-то еще серьезных минусов сугубо для меня. Мы назвали физику, мы назвали психологию, мы назвали техобеспечение. Мне кажется, это три основные факторы, три кита, да, которые, из которых и выстраивается твое комфортное время пребывания в рабочей зоне. Дякую. Власне, стосовно співпраці з командою, взаємодії, комунікація. Мені здається, до слова, що якраз тут, в моменті ремоуту, в моменті, коли особливо немає відеозв'язку, коли не всі камери у всіх співрозмовників увімкнуті, тут максимально покращуються і відточуються софт-скільні навички для того, щоб максимально доречно комунікувати, будувати свої речення і так вибудовувати свою мову, так, щоб тебе зрозуміли, тільки прочитавши твої повідомлення, а не там здогадуючись ще за твоєю мімікою, що саме мав ти на увазі. То, власне, як ви взаємодієте в команді? І у вас всі в програмі Anyway, чи тільки ти? На самом деле нет. Чи частина? В этом и прелесть. Прелесть заключается в том, что находясь в EPAM Anywhere, ты можешь работать с ребятами не из EPAM Anywhere. Это абсолютно нормально. Более того, ты можешь работать с ребятами из других стран. И, кстати, здесь сразу ты автоматически еще прокачиваешь свои language skills. Да? То есть, когда у тебя ребята из Америки, из Европы, вот, и они не являются твоими native спикерами. И вот тут как раз начинается оттачиваться то, о чем ты говорил, Александр. Вы говорили, Александр, потому что ты начинаешь учиться вычленять только самое главное и заранее подготавливать вопросы максимально актуальные для того, чтобы полученный ответ, а это может быть разница в тайм-зоне, еще что-то, тебя полностью удовлетворило, и ты как бы не потерял в эффективности, да, как человек. Поэтому, да, это разношерстная команда. EPAM Anywhere и EPAM внутри самой компании. Между ними нет отличия, нет значков, футболок или других бэкграунд-фонов на Zoom, да, то есть мы все абсолютно одинаковые, мы все единая команда, и все круто в этом плане. И, кстати, про плюсы совсем забыл сказать, мы как раз в прошлом вопросе подумали по поводу EPAM Anywhere. Не знаю, точнее так, более чем уверен, что в EPAM, допустим, в офисном формате нет такой программы, как программа амбассадоров. Ребят, которые продвигают EPAM Anywhere и получают за это определенные бонусы и профиты. Среди которых, кстати, не только финансовая компенсация, подчеркну для тех людей, кто думает, что я жадный до денег и говорю вечно про это. Ни в коем случае, нет. Они дают возможность создать интересные коллаборации. Вот с вами, допустим, в рамках lviv.com, да, к примеру. Или же с IT-бородой, известным IT-ютуб-блогером. Для того, чтобы мысли, идеи, которые ты хочешь донести до людей, и ту помощь, которую ты для них приготовил, но тебе не хватает каких-то ресурсов, они этими ресурсами тебе помогут. И вот для меня это в EPAM Anywhere является главным бенефитом и бонусом как человека, который в этой программе состоит. Вот, к слову. Все ж таки, ну, зараз вочевидь, немає різниці. Всі зараз на ремоуті, всі зараз віддалено працюють. Це очевидно і зрозуміло. Але ж програма EPAM Anywhere – це не відповідь на запитання, що робити в часи, коли все на карантині. Вона почалася задовго до того, як всі ці події відбулися. Власне, цікаво і мені, і нашим слухачам, сподіваюся, які аж до цього моменту дослухали, так в чому ж все ж таки є різниця? Немає бекграундів, як ти кажеш, особливих, немає особливих там футболочок. Всі є частиною EPAM Global, всі є частиною глобальної компанії. Але ж фактично є якась різниця. Інакше не було би EPAM Anywhere, а було би просто EPAM UA. Первое и главное отличие заключается в том, что, как вы правильно заметили, пока есть вызов, есть предложение со стороны всех IT-компаний на рынке.
вызов. Я надеюсь, я очень сильно за это молюсь каждый день, и надеюсь, все как бы держат кулаки. Когда-то этот вызов пройдет, и компании вернутся к старым форматам. Да, они уже будут не такие, как были до этого вызова, да, и наверняка они пересмотрят пропорцию тех людей, которые будут на офисе, с теми людьми, которые будут работать удаленно. Но все равно это сместится в сторону офисной занятости, и, соответственно, те люди, которые привыкнут, адаптируются, им понравится этот формат, им будет уже некомфортно возвращаться обратно. А EPAM Anywhere — это ремоут на постоянной основе. Как вы правильно заметили, это было до вызова, я уверен, что это будет после вызова. Это отдельный бизнес, это отдельный бренд, и здесь ничего не изменится. А плюс заключается в том, что ты получаешь ремоут со всеми гарантиями не ремоута. И это круто, потому что обычно ремоут предполагает, а, спецпрограммное обеспечение, которое тебя отслеживает, говорил уже про это, б, очень сомнительные формы оплаты труда и риски, которые несет человек, если он на фрилансе, к примеру. Вот прекрасный пример, да? Второй момент, чем отличается EPAM Anywhere от всего прочего. Дело в том, что список вакансий, которые есть в EPAM Anywhere, отличается от списка вакансий, которые есть в EPAM, если мы зайдем на EPAM лендинг страницу, да, и начнем искать подходящую позицию, или будем на Доу искать открытые позиции. Они, как правило, под проект, да, открыты. В случае с EPAM Anywhere есть масса вакансий, которые позволяют зайти ребятам в компанию. Да, то есть получить уже оффер, получить гарантии, получить все необходимые бенефиты и после этого уже внутри компании получить доступ к проектам, где тебе будут искать проект и предлагать, где тебе дадут гарантию, что ты не останешься долго без проекта и без компенсации, и где прекрасно налажены процессы, и все крутится вокруг тебя, твоя задача приносить профиты и хорошо перформить. Вот эти два основных отличия, порог вхождения, повторю еще раз, и постоянный ремоут-формат с гарантиями офисного. Вот эти два основных момента, наверное, и отличают выгодный EPAM Anywhere от других подобних форматів, які є зараз на ринку. Як ти себе відчуваєш більше? Ти багато сьогодні говорив про фріланс, і десь колись на початках EPAM Anywhere і взагалом, коли виходили статті, щось говорилося про те, що це щось на кшталт фрілансу, але такого постійного, стабільного. Як ти себе відчуваєш? Ти відчуваєш себе фрілансером з постійним контрактом, чи більше все ж таки частиною компанії, просто на ремоуте? Наверное, второй вариант. Объясню почему. Потому что для того, чтобы считать себя частью компании, ты должен чувствовать заботу этой компании о себе. И я не знаю, может, это прозвучит очень громко, но это лично мои субъективные впечатления, и поэтому я говорю так, как есть. Но я эту заботу, но я эту заботу очень сильно ощущаю. И причем я хочу подчеркнуть, забота это заключается не только в финансовой компенсации, а и в удобстве, в скорости реагирования компании на твои проблемы и в перспективах, которые она дает. Да? То есть я все-таки ощущаю себя ремоутом с определенными гарантиями, которые предоставляет компания. Нет, почему не фрилансом? Потому что фриланс – это условно сдельная история. Да? Ты сам ищешь заказ, ты сам переживаешь за то, заплатят тебе за этот заказ. Заказ может быть недолгосрочным, это может быть кусок работы, а не целый проект в целом. И, ну, как бы не каждому человеку такая форма сотрудничества подходит. Хотя многим подходит. То есть я присутствовал на подкасте с двумя матерыми фрилансерами, если могу так выражаться, которые более 15 лет в этом бизнесе, да, и для них нет ничего лучше, чем фриланс. Но работают они, как они говорят, по 4 часа в день. То есть, если мы говорим о том, что тебе нужно больше временных ресурсов на внепроектные активности, на внерабочие, семья, путешествия, все что угодно, тогда, наверное, это фриланс. Но ты несешь риски, да? До того, пока не появятся постоянные клиенты у тебя, как у классного разработчика, дизайнера, what else. А если мы говорим о том, что тебе таких временных ресурсов много не надо, и ты хочешь быть уверенным в завтрашнем дне, тогда я все-таки выберу ремоут. З гарантією. До речі, хороша тема. Як складається твій робочий день? Наскільки він відрізняється від формату фрілансу? Фріланс – це коли ти сам собі спланував графік роботи, та проєкт, і там до замовника кажеш, буде виконано там за стільки-то об'єм часу. І далі ти хоч весь цей об'єм часу втиснеш в 2 дні умовних, чи розтягнеш це потрошки там на 2 тижні. Як в тебе зараз в форматі Anywhere?
Поначалу я думал, что это будет очень сложно, потому что мне казалось, что я не смогу самоорганизовать себя и начать рабочий день в то классическое время, к которому привык мой биоритм, да, то есть я привык всегда приходить на работу рано, уходить рано, да, то есть и чем раньше я на работе, тем я эффективнее, потому что после обеда эффективность падает. Может, так у всех, не знаю, после обеда, но в целом такие мысли были. Второе, раньше присутствовало время на раскачку. Ты пришел, попил кофе, поболтал с коллегами, потратил час времени на непроектные активности, поэтому как бы там... То святое. Так, але, но, нужно понимать, что работая из дома, логистика на то, чтобы достичь и стартануть на своем рабочем месте, сводится к нулю, поэтому, соответственно, ты все то же самое можешь делать, ну, кроме общения с коллегами, конечно. Вот, хотя тоже есть такие кофе-токи, да, где ты созваниваешься с ребятами, мы такое практикуем, и за чашечкой кофе обсуждаете, как погода, как Евро 2021 и так далее, 2020 точнее. И поэтому... Я свой рабочий день построил таким образом, что я максимально взял офисную модель с точки зрения тайминга, да, с той лишь небольшой разницей, что я делаю небольшие перерывы в течение рабочего дня, буквально 5-10 минут для того, чтобы перезагрузиться, да. Но если раньше это сводилось с каким-то выходом на улицу с не очень правильной мотивацией и целью, то сейчас это больше связано с какими-то полезными активностями. Я там, не знаю, могу пойти... не знаю, цветы полить, в окно посмотреть, как-то более полезно, скажем так. Поэтому тайм-менеджмент, конечно, и можно сказать, что в остальном ничего не поменялось. Ну, не считая того, что я обустроил свое рабочее место, как мне комфортно, да, и могу находиться за этим рабочим местом в той одежде, в которой мне комфортно, без привязки к корпоративным стилям и так далее и тому подобное. Такое тоже присутствует в некоторых IT-компаниях, увы. Вот, поэтому здесь это все выглядит примерно таким образом. Ігор, наш слот питань вичерпаний і навіть більше прозвучало, ніж запланувалося. Дякую тобі за щирі відповіді і хочеться попросити тебе тільки наостанок. Можливо, ще якісь побажання, меседж або просто будь-що, що би ти хотів донести до нашої аудиторії. Я би хотів, щоб та аудиторія, яка нас сьогодні слухала, особливо тих ребят, які хочуть свічнутися або хочуть змінити свою життя і зв'язати її з IT-сферою, поверили в себя и постарались найти внутри себя дополнительные ресурсы для того, чтобы пройти этот тернистый путь и достичь желаемого результата. Любите то, чем вы занимаетесь, верьте в то, что вы делаете, и тогда абсолютно все у вас получится. Нет абсолютно ничего невозможного, и самые главные препятствия, самое главное препятствие, которое есть у нас в жизни, это мы сами. Просто помните это, будьте здоровы и желаю всем счастья, добра и благополучия. Спасибо. Дякую, Ігоре. І для всіх наших слухачів, які раптом вирішили послухати подкаст з кінця і перемотали в цей момент, у нас в гостях Ігор Новицький, тест-лід з EPAM Anywhere. Бесіду вів Сашко Чернологов, вже так складається незмінний ведучий Hello Ukraine. І буде дуже дивно, звичайно, що після цього якраз випуску подкасту цей ведучий зміниться. Накаркав називається. Слухайте нас на всіх платформах, діліться з друзями, постіть в сторіс Instagram і тегайте нас. Загалом, кажіть, що ви про нас думаєте, залишайте зворотній зв'язок на тій платформі, на якій ви нас слухаєте, ставте нам ту кількість зірочок, на яку з вашої точки зору ми заслуговуємо. І дякую, що дослухали аж до цього моменту. Почуємось.